Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dynabash 2 «Путешествие во времени». Так, что у нас тут есть? Давай посмотрим, что, кого мы тут можем... Ага, этого улучшить. И Рэмбо можем. Ну... Давай и здесь нам хватает, получается, и здесь хватает. Прикольно. Так, друзья мои, я пытался за кадр пройти вот этот этап, думал получить сундук, ага, балалайка выше крыши. Не получается, друзья, не выходит ни шиша. Я вот думаю, может быть, здесь вот все-таки попробовать пройти. Ну, что тут можно взять? Заморозку плюс огонь, ну, тут только одно можно... А, нет, тут можно взять все. Огонь и заморозку. Или вот так вот. Давай попробуем, блин, конечно. Подписался я фиг знает на что, ребят. Если честно. Так, плювики, давай. Блин, было бы какая-нибудь, я не знаю, прокачка, чтобы мы могли с тобой быстрее применять вот эти вот приемы. Так бы я сказал бы. Так, ну вот он, например, бежит, 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 бежит. Ой. Бежит, бежит. Чё там у нас? Так, он сейчас собьет их двоих. Да, он всех сбил. Так, еще, ребят, еще один у нас тут. Заблудшая душа. Так, и здесь, по-моему, бомжих будет. Да ты можешь разбомбить вот этот дом ему. Господи, мне нужен огонь, его нету, блин. Окей. Давай, 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 давай. Так, я взял плевуна. Сейчас, если мы с тобой увидим бомжиху, ну что, мы делаем с тобой заморозку. Мы... Что мы еще делаем? Да дофига что делаем. Все делаем, ребят. Так. Вот смотри. Да какого, блин? Ну и все, ребят. Ну и нифига, не получилось у меня. Все просто в холостую, друзья мои. Просто все в холостую, блин. Все, что я там делал, все, что я пытался, блин, все коту под хвост. Ничего не получилось, короче. У меня вообще ничего не получилось. Просто от слова вообще ничего не получилось. Этот дебильный дирижабль, который там выполз, блин. Вот просили его выползать. Он выполз, ребят. Ну и все, и... Блин, я на него то потратил, это потратил. По итогу ничего у меня нормального здесь не вышло. Вот так вот. И даже медик наш. Да, в принципе, медик. А чё медик, ребят? Медик бы мне там в любом случае бы никак вообще бы не помог бы. Так что... Все. Еще хуже даже, чем проходили до этого, ребят. Там хоть на 2 звезды, а тут вообще на 1 звезду, блин. Молодцы. Вообще наипротивнейше прошли. Хуже не придумаешь, блин. Хуже, ребята, не придумаешь. Ничего не вышло. Самое обидное, что я потратил огонь. Я самое обидное, что потратил ускоряху, блин. Обидно, конечно. Все потратил просто впустую, ребят. Че мне твои 800 монет, блин? Два самоцвета. Кентра и стега. Я не знаю. Тут тоже непонятно, блин, чё, как.
Поехали. Че? Как будто выбор что-то есть, блин. Вот эта вот дальность стрельбы. Ребят, я вам скажу, дальность вот этой дебильной стрельбы, которую я прокачу, она вообще ничего не решает здесь. От слова абсолютно. Ледяная сосулька вот эта, которая бьет, она ничтожно, ребята, слабо бьет. Понимаешь? Ничтожно мало бьет. Наносит урона. Вообще практически не наносит урона. Бежит, бежит. На самом деле я хотел вообще-то взвернуть. Блин, ну получали. Естественно, получает, ребят, сейчас звездюлей. Ну ты посмотри, он ее практически не берет. Че там еще? Там еще какая-то колымага ползет. А колымага там ползет какая? Огненная. Какая там еще может, ребят, колымага ползти? Пипец, блин. Ну, огрей ты там ему, ну. Погнали быстрее. Куда он там плюет? Я не понимаю, куда он там плюет вообще, ребят. Плювик. Ну что нам плювик? Ну, вызови плювика. Ну, я имею в виду вот этого плювика. Вот смотри, что происходит. Наказали, да? Ты посмотри, сколько урона он наносит, ребята. Он вообще не наносит урона, блин. Ну это что такое? Ну, вот как вот с этими двумя охламонами я тут должен справляться? Посмотри. От слова совсем оборзели. Просто в доску, ребят. Еще этот хмырь идет мелкий, смотри. Он, этот, дебила кусок, блин, ползет к нам, понимаешь? Нет, тут надо, ребят, прокачивать скиллы. Чтобы они, ну, наносили существенный, ребята, урон. Существенный, не вот этот вот ничтожный урон, который мы видим с тобой. А существенный. Что? Пока мы этого существенного урона с тобой не будем наносить, ровным счетом ничего тут хорошего нам не светит. От слова совсем. Бомжиху подбили. Ну что я тут плювиками сделаю одними? Ну давай хоть, я не знаю, вот этого попробуем призвать. Как ты долго ломаешь, как ты долго эту... Да ну... Да как ты тут? Ну как ты? Ну, я не знаю, ребята, вот. Ну ведь невозможно же это сделать. Ну невозможно, ты понимаешь, здесь их разбомбить. Как бы ты тут, блин, не старался бы. Как бы тут что ни делал. Ну никак, ребят, не выходит. Ну, вон вторая звезда уже уходит у нас.
Динозавры, соответственно, ватники умирают с полтычка, поэтому... Что он наносит урон? Нет, нет. А ты сам понимаешь, чтобы вот, чтобы вкачать, я не знаю, чтобы наносил урон вот наш огонь очень сильно. Это сколько мне нужно? Фу. Да даже, пускай даже не только огонь, ребят. Пускай даже вот это вот, валуны, все вот эти вот. Все, чтобы наносило. Сколько надо? Я думаю, немало. Я думаю, ребят, немало надо этих сил. А они... Ну что ты против такой орды сделаешь? Вот они идут и... А там сзади их все копится, копится, копится их не армия. Тут скоро сейчас яйцо уже будет, да? Это ты сейчас молотком дебила кусок, блин. Раздражает меня просто. А они все, ребят, уже к яйцу подошли. Да бомжиха-то упала, а этих-то еще целая армия, блин. Пс, не, я вообще не, вообще, ребята, не прошел здесь. Вообще не прошел. А как я раньше-то проходил здесь? Ты не извини меня, как... А, нет, тут на одну звезду, ребят, так и было. Тыщенку мне дали вшивую. Что мне от вашей тыщи? Вот с этим, ребята, уровнем... Подожди, с этим уровнем, да? Нет, погоди секунду. А, вот с этим. Вот с этим уровнем. Я так и не понял, что тут надо делать. Как... Как надо здесь... Вот вызвал я птицу, да? Вот вызвал я птицу, ребята. Вот почему вот, ну честно, вот почему вот он не сбил, ребят? Ну чё, вот почему он сейчас не сбил, а? Вот я, например, не пойму этого. Почему он не сбил? По идее же должен был сбить. Вот смотри, еще раз смотрю. Я не знаю. Ну, тут и, конечно, все, ребята. Тут... Как? Как это? Как он должен работать? Я его выпускаю, он даже ничего не делает. Я не могу этот уровень пройти. Чтобы хоть как-то, хоть... Как-то что-то дальше делать, ребята. Ну, а второго что, не надо сбивать? Чё, там опять кто-то летит? Нет, ребят, там не летит, там петарды. Зашибись. Просто одной этой фигней сразу двоих. Так, подожди, может быть. Сейчас, ребят, подожди секундочку. Да, да, это этого говнюка вальнуть, блин.
плюйки, ну помогайте твою налево, блин. Так, я этого самурая попробую сейчас. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Вот смотри, здесь он подбивает, ребята. Ну почему же он тогда там-то не подбивал? Я не понимаю, как. Как эта система работает? Сейчас он его сбил, а тогда он его не сбивал. Вообще не хотел его сбивать. Давай, идем, бьем. Так, минус одна звезда, я смотрю, ребят. Плохо. Так, слушай, подожди. А чё? Подожди. Так... Не, то, что ты там уйкаешь, это я понял. Я не понял, почему вот этот охламон летит. Ты вот мне объясни. Вот, друзья мои, вам, вот я вам об этом говорил. Ну как? Почему срабатывает ты через раз-то, твою налево, блин? Почему это срабатывает через раз? Такого не должно быть. Ну просто, ребята, не должно быть такого. Ну ведь согласись. Минус две звезды уже. Сейчас и этот еще отгребет. И там еще кто-то идет, я смотрю. Вообще хотя бы пройти это. Просто хотя бы пройти этот этап, ребят. Просто хотя бы пройти. Я уже там молчу там про три звезды и про все остальное. Просто пройти. Давай, давай, давай. Вот этого бы надо бы, конечно. Надо бы. Я взял хилку, позвал, ребят. Пускай хиляет нафиг. А дирижабли, кстати, мы подбили или он там стоит на месте? Так, я вызвал большого, ребята, плювика нам на помощь. Портал, вот он уже, ребят. Ладно, этот уровень мы пройдем. Но с этой бесявой птичкой, ребята, какие-то непонятки. То она пролетает, то она сбивает, блин. Из-за этого, в принципе, все плохо очень получилось у нас. Прям наипаршивейшее. То он сбивает, мне пришлось возвращаться обратно. Да. Абрир, одним словом. Что вот эта туфта, блин, полная. Что вот эта туфта полная. Спайк. Ладно, я боюсь, ребят, даже дальше смотреть, что там будет. Вот, раз его дают, значит что? Значит, будут эти охламоны бежать. Еще и дали вот эту флянтию. Ну, серьезно, блин. Так, понял я. Сбили мы этого летчика, залетчика, да? Слушай, достал уже, а?
Ну почему ты пролетел-то мимо? Ну почему ты пролетел мимо, блин, а? Я не знаю, как это, ребят, работает, блин, короче. Никак оно вообще не работает. Ну вот никак оно не работает, и все. Он пролетает мимо, и ничего ты с этим не поделаешь. Просто пролетает мимо. Вот демонстрирую. Ну здесь ладно, здесь потому что в него попал этот, как сказать, шоком мы его подбили. Шокером, блин, скажем так. Да твою-то... А, слушай, вот плювик, кстати, вот этот плювик в него тоже попал. Как ни странно. Да вы заколебали, а? Ну да. Бедолашка ты мой. Блин, сюда бы камнепад, блин, позвать, а не вот эту фуфляндию, что мы тут с тобой вытворяем, блин. Понимаешь, да, о чем я? Там еще этот с фейерверками со своими пришел, приперся, блин. Слушай, он заколебал, а? Бесит, бесит. Так, ребят, остается у нас что? Остается вот этот тут более-менее такой сильный, да? Ну, опять же, ты понимаешь, что три звезды нам не видать. Идет, 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 идет на уменьшение, ребят. Звезда по имени Солнце. Все, ребят, сдулась она. Я еще посмотрю, что там впереди нас поджидает. Сейчас 100% летуны будут. Ну, все, как полагается, летуны. Это уже здесь не просто же так далее. Так. Вот вроде бы... Блин! Ну что, вот обязательно с Майком нужно его бомбить, что ли, блин? Да я хочу сюда, блин... Это сколько, блин, надо было этого сделать, ребята, чтобы его подбить? Сколько я туда спайков запустил? У него хп, когда он наверху, у него не показывается здоровье, понимаешь? Нету, ноль, зеро. На ощупь, блин, на глазок определяй, блин, сколько там у него чего и как, блин. Ну, серьезно, блин. В принципе, этап сам по себе, но он несложный. Если бы Спайк вот этот вот летун, блин, несчастный бы, нормально бы все сбивал бы, все как полагается. Можно было бы хотя бы на две звезды пройти. Ребята, на две звезды пройти можно было бы. Но не так, как это чудило мне, блин, всю игру запорол, блин.
Эти очень хорошо, ребята, в ближнем бою кусаются, мелкие вот эти вот. Но их надо дофигища. Их нужно дофигища, чтобы чувствовать урон. Чтобы понять, что они действительно что-то могут. 480 монет. Ну, и что? Сундук. Ты думаешь, я его... Ну, опять тут и кентра, я смотрю. Тут тирекса дают. Дают тирексы, друзья мои. И дают нам одни лишь валуны. Одни лишь валуны мне дают. О-хо-хо-хо-хо-хо. Я не знаю, я посмотрю сейчас, ребят, как этот кентр. Он бьет хоть вот. Он бьет, ребят. Вон у него, оказывается, полоска здоровья где. Кого ты там вызвал-то? Зачем ты летуна-то выбрал? Ну, Рэй, ну, блин, ну... Ну, кого-нибудь, типа, серьезно... О, хотя бы этого дали. Иди отсюда. Так, пошли, посмотрим, что там дальше у нас. Так, а кентра... У нас кентра есть? Нет у нас нафиг? Или есть? Нету. Значит, вызовем, потому что дирижабль 100% будет еще один. Я не поверю. Ишь, дурачок летит. А крылья гнутые, а ему все пофиг, он дебила кусок. Да. Он бомбы, ребят, сейчас будет сбрасывать. Куда ты со своей бомбой лезешь? Вот этот плевунчик хорош, ребят. Но опять же, он хорош против незащищенных. Которые не в броне. Ой. Тиранозавра нужно вызывать. Вот это сила, ребят. С бомжихами справляется и вообще крутой чувак. Сейчас я его позову. Все, ребята. К нам сейчас Тирекс придет на помощь. Будет их рвать, блин, всех этих мазепа, блин. Ты опять? О, Тирексик мой. Смотри, мощь. Ну, чувствуешь? Какая моща пришла. Тут и оно, друзья мои. Тут и оно. Просто. Просто на изи. Да, Тирекс это, конечно, круто. Тирекс круто. Так. Ну. Эй! Как ты идешь-то медленно? В шоке. Ну, ладно, друзья мои, хотя бы тут два сундука. Хотя бы, уже хоть какой-то, блин, прогресс. Так, мамонт. Кентра и Тирекс. Две звезды, спасибо, друзья мои. Так, а мы еще сундук же должны получить. Угу. Ну-ка. Так, 800 монет.
три кристалла. Так, Энки, Раптор. Так, тут что? Тут тоже сундук, ребят. Да что у вас за мода? 800 монет-то мне только давать, а? Так, Дилофа, Рэмбо в бочке и Валун. Так, мы можем прокачать что? Только Энки и... Ну, Валун этот придется, ребят. Ауч, 12 тысяч. 12 тысяч. Ну, тогда я Энки пока прокачиваю. Деревянной броней покрылся. Ну, а что смешного, ребята? Ну, все средства хороши у нас, как говорится, на нашем полигоне. 184 звездочки нужно. Ребята, я тут, походу, надолго потом встану. Надолго. То есть, потому что каждый день фармить по сундучку и зарабатывать деньги, и прокачивать. Просто элементарно, ребята, прокачивать. И прокачивать-то, по большому счету, нужно, знаешь, кого? Маленьких плювиков и снэпи, потому что это основа основ, ребята. Как они будут быстро бомбить врагов, так будем мы с тобой быстро получать ресурсы. Я в плане яблок. А они, извини меня, стоят. Да они не дешево стоят. 12 тысяч. 12 тысяч. Если я за одну заходку, например, получаю где-то... Я не помню, тысячу или... Ну, можно даже вот проверить, у нас одна энергия... Нет, давай мы, наверное, эту энергию, которая у нас сейчас появилась, вот сюда потратим. Просто посмотрим, что у нас поджидает, ребят, впереди. Я понимаю, что ничего хорошего. Опять этот бомжара, блин, идет. Ну как ты меня раздражаешь, ты прям... Стоп. Ребята, они мне не дали этого. Зашибись. Теперь они жмотничают на этих. Как их звать-то, блин? На Спарки, да? Спарки же его звать. Хо-хо-хо. Ой, летит, блин. Придурочный. Точнее, прилетел. Прикинь, вдвоем бегут. Подожди, подожди, а чё? Да господи, как ты заколупал ты уже, а? Просто достал, и этот тоже достал уже. В дюпель. Ну? Да куда ты пробежал-то, Рэй? Ну? Ну что, нам надо стегу, что ли, вызывать? Стега нам понадобится, что ли? Я не понимаю. Ощущение такое, что понадобится мне, блин. Вот этот вот. Ладно, я вызову. Я теперь, кажется, понимаю, ребят, куда он нам понадобится. Ну куда ты, барахло, идешь, блин, а? Кого не наказали сейчас?
как ты меня раздражаешь. Ну не могу я, прям бесит он меня. Убивает просто, ребят. Блин, зашибись. Зашибись. И меня еще чпокнули. Идет, блин, заднеприводный, блин. Прет он идет туда. Нормально идти не может, блин. Нет, вот ему надо жопой туда идти. Дай мне вот эту взять хотя бы. Так, ладно. Да, ребят, одна звезда, одна звезда. А вот и портал. Ну, честно сказать, не очень тяжелый уровень. Буду честен, не очень тяжелый. Можно его пройти, ребята. Единственное, что были бы какие-то у меня там побольше огня или заморозки, или что-нибудь такое, то, в принципе, проходимость нормальная. 450 монет. Вообще все меньше, меньше и меньше, ребят, дают монет. Нормально. 2385. Я не знаю, что там дальше будет, ребят. Я даже не представляю просто там. Какой-то трешняк пойдет. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.